Раз, два, три. Раз, раз. Померились силой. Сегодня сотрудники разных силовых структур приняли участие в ежегодной эстафете. Всего 7 команд. Управление МВД, отдела полиции, исправительной колонии, отдела вневедомственной охраны районного ОВД, отдела государственной противопожарной службы и команда «Восток нефтепровода». Участники должны были не просто пробежать дистанцию. Кто-то бегал в костюме химзащиты, бронежилете или своей служебной форме. Кто-то на бегу переносил ящики с патронами. Эстафета состоит из 6 этапов, где сотрудники должны показать не только силу, ловкость и быстроту в эстафете, ну и правильной сборки-разборки пистолета, переносе раненого. По словам организаторов, сильнейшими из года в год становились пожарные. Однако в этот раз первое место досталось сотрудникам УМВД. Победителей в личном и командном первенстве наградили кубками, грамотами, сертификатами и медалями.